Доброе утро всем, друзья. Всех накормила, полила. Гонечка, доброе утро. Спит за тазиком. Так, тыковки растут. Гусики хлюпаются. Развели тут меня такое болото. Я вчера немножко подвела всех. У меня было давление. И я целый день лежала. И папа тут ухаживал за ними. Ухаживал и превратил им. В общем, болото им сделал. Воды много наливала, и они все расхлюпали хулиганью. Ой, Микуша спит тут у меня. Все котики спят. Микушенька. Так, а я что пришла-то? Я взяла вот эту вот ведерочку. Сейчас возьму табуретку. Я, в общем, пришла вот сюда. Здесь у нас 3 куста смородины красной. Ну, и она поспела. Вот, видите, висит ее немножко, но я ее всегда собираю и замораживаю просто в морозилку. И зимой делаем чай со смородиной, там, с малиной, еще с кем. Посмотрите, что делается. Это нормально? Вот так вот на смородине постоянно сидят улитки. Уже сколько раз их убираю, они все равно сидят. Ладно, буду собирать. В общем, я недорассказала вам, у меня было давление. Пролежала я весь день, естественно. Вот, как я давление поняла, мне начало тошнить. Голова не болела, ничего не болело. И вдруг резко начало тошнить. Я, конечно, испугалась. Померила давление, смотрю, елки-палки. Блин, густой. 220 холостой. В общем, вот так вот. Выпила сразу таблеток много. И весь день меня тошнило. А потом мне сказали, что были какие-то вспышки на солнце, оказывается. И я реагирую всегда на такие вот, как говорится, солнечные вспышки. И на тучи очень реагирую. У меня, если на улице тучи, голова уже начинает болеть. Ну, а на солнце, видите, я вот так вот отреагировала. Ну, сегодня я себя чувствую хорошо. Ой, муравьи. Мне хочется скорее работать. Соскучилась. Это вот как придешь после болячек всяких. И думаю, господи, зачем же я болела? Все бы переделала за один день. Ну, вот у меня сегодня небольшой план. Собрать смородинку вот эту. Вот сколько ей тут будет? Грамм 200 будет, и то ладно. И обед сварить и купаться. Кто пришел? Микуша пришел. Котики соскучились, не видели. Папа весь день а за меня все дела делал. Кормил их, поил, травку рвал, кабачки им нарезал. Вечером уже говорю, ты все сделал? Да. А яйца собрал? Нет. Я забыл, что яйца надо собирать. Пошел, яйца собрал. И все. У меня ни аппетита, ничего не было вообще весь день. Да что ж ты, муравьи-то по мне ползают. Она такая тут смородина-то, знаете, не ахти какая. Она тут, ну, она и была, конечно, на участке. Я не помню, где она росла. По-моему, она не в этом месте, а может и в этом. Уже забыла. Вот, мы ее не выбрасываем. Маленькая, ее маленькая не это самое. Здесь место ни для особо ни для чего не нужно. Здесь возле забора, как бы под абрикосом. Видите, абрикосы как раз наливаются. Сейчас вам покажу. Вот они. Большие-большие абрикосы на этом дереве. Они как больше персиков. Но это такой абрикос очень редкий. Такой абрикос уже не купишь. И мы его берегем, как зеницу ока. Ну что, вот столько получилось. Не всю собирала, потому что некоторые вот такие вот засохшие. Они мне не нужны. А так в основном все собрала. А вот еще чуть-чуть. Все. Да этого нам хватит. В том году столько же собрали. Я ее перекрутила с малиной. И было... Ой, я кто присел? Было очень вкусно, кстати. Перебрала. Вымыла ее все. Цветочек убрала. И как раз в это же время малину мы уже собрали один раз. Накрутили, заморозили.
морозилку. А что такое? Что мы мяукаем? Что мяукаем? Бонечка домик заняла. Котики все со мной. Дома и девчонки. Девчонки мои, ну куда вот вас бросишь таких? Всех так жалко. Посмотришь, едешь на машине, например, до Величковки. Столько собак брошенных. Привозят люди, бросают. Они под машины попадают потом. Кошки на дороге тоже выбрасывают. Котят выбрасывают. Прям возьмут вдоль дороги где-нибудь, бросят их. Они там умирают. Это кошмар какой-то. Я никак не могу своих кошечек никуда девать. Только себе оставила. И кому предлагала, они были далеко люди. Сказали, взяли бы, но очень далеко живут. А просто так отдать, чтобы где-то там они жили беспризорно, никогда. Пусть я на них трачу по 7, по 10 тысяч в месяц, но мы с голоду не умрем, нам хватит. Зато они будут счастливые кошечки. Вот они, красоточки. Живут они на земле, поэтому ничего страшного. Одна Мика только ночует в доме. А эти, ну, ночуют тоже, конечно, только они не в доме, а в своем, в своей комнатке. Я уже показывала 100 раз. Даже Бонька с ними стала жить. Снова что-то ушла из дома она. Стала с ними ночевать. Может быть, там прохладнее или что, не знаю. Но ей нравится с ними. Усики там купаются. Один комментарий был, может быть, читали. Вот ваши гуси на жаре, да и тыры-пыры, закройте им вольер. Да никакой они не на жаре, у них 2 таза с водой. У них есть тенек вон там в комнатке. Какая жара. Воду я ему, у нас шланг, вот он живет тут, у нас шланг. Я без конца им воду эту наливаю. Они, вот сегодня уже еще утро, я уже 2 раза, потому что они накупались, выплескали воду. Я пришла, налила. Вода холодненькая, они купаются, моются, загорают. Жары-то особой нету. Она, если бывает днем, так они в тенечек уйдут, лежат, сытые, довольны, или сидят в воде. У людей сидят на 10 квадратов по 20 гусей. У нас 10 гусей, и здесь 6 на 8, то есть 48 квадратов. И вы говорите, что у нас плохие условия. Ну, делайте себе лучшие условия, да, скажи, а нам нравится вот такие мы гусики. Вот так вот, покажите, какие вы. Нашим гусикам ровно 2 месяца. Вот, скажи, какие мы красавчики. Если бы им было плохо, они бы так не выросли. Питаются они просто замечательно. Разговорчивые. Ну что так? Видите, они в домик ходят кушать. Там у них всегда полный этот. Ну, там такая емкость пластмассовая. Я им накладываю этот рост, смешанный с зерносмесью. И там тоже вода. Они зайдут, поедят. А почему я туда ставлю? Чтобы голуби не ели. Голуби прилетают и едят. Ну все, заговорили. А, на Мику. Думаю, что такое? Так что они довольные тут. Здесь вот у них ведро стоит. Это днем они пьют. А там у них, наоборот, поставила квадратную на ночь. А то мне все писали, что в ведре утонут гуси. Не ставьте на ночь. Ну, я туда поставила эту, сюда ведро. Ну, ни разу не видела, чтобы они как-то там перевернули или еще что-то. Они в ведре пьют, полощут и там. И чистую воду я им без конца наливаю. Но сейчас я вам покажу вот такие вот. Она у них чистая не будет никогда. Вот это вот, видите? Это гуси. Это гуси разрывают своими клювиками. Потом эти клювики сразу же моют в ведре. Так что вы не дождетесь никогда у них прозрачной воды. Хоть каждые 5 минут мешайте, меняйте, хоть что делайте. Вода будет всегда. Что у уток, что у гусей, она такая будет. Я вам, вон, видите, видите, что он делает. Вот такие, вон, сейчас пойдет клюв мыть. Видите, черный клюв? Все, он поковырялся вот в этой дырочке и клюв помыл. Ну что вы кричите? И это целый день продолжается. Так что, если вы не держали гусей,
или уток. Вы будете такое писать, не знамши. Так что имейте в виду, друзья. Клювики, они свои в земле обязательно. Что-то там ищут в земле, земельку едят или что, потом набирают и моют. В общем, вот так вот. Кабачки срезала. Помидорки у нас уже, видите, все уже по несколько штук можно рвать. На салатик вот эту чуть-чуть зеленую сорвала, но ничего, дойдет. Вот смородинка. Урожай прет во всю катушку. Люди уже чеснок выкопали. Я пока еще поглядываю на него, пока он у меня еще зеленоватый, поэтому жду. А так-то уже все, смотрю, уже соседи повыкопали чесночок. Так, ну что, вот три коробочки у меня получилось. Я их просто заморожу в холодильнике. В любой момент можно достать, насыпать в компот, сварить с любыми замороженными ягодками. Три вот таких вот ложечки. Жара, друзья, мы пообедали. Обедали мы сегодня вот здесь вот за столом с соседями. Захотели шашлычков, просто сделали шашлычки и пообедали. А сейчас все ушли отдыхать. Я поналивала всем опять воды, понабрызгала всю вот эту вот землю, на которой курочки сидят, чтобы им было легче. Шашлычка стоит наша. Наверное, еще горячие угли. Вкусные такие шашлычки были. Да, еще горячие угли. Жаришки. Курешки сидят. Мои, а эти выбежали. Думают, что-то я принесла. Нет, я ничего не принесла. Я просто вышла выключить в бассейне этот двигатель. Алёша поставил новые шланги. Все никак не это самое. Все улучшаем, улучшаем. Бассейн никак не можем. Купили вот эту вот, как называется, скиммерли. Вот это собирает, оказывается, он этих жучков-паучков. Давай, давай, плыви, дорогой, плыви. Ты туда успеешь. Оп. Ну, на самом деле, она это самое сама туда. Водичка затекает, это я просто уж ускорила ему процесс. Видите, он как она затекает, это затягивает. Там пока мешочка нет, но там есть такой пластмассовый, как бы ведерко пластмассовое с дырочками. Но я еще колготку туда сделала, чтобы мелкий мусор тоже уходил. Сегодня купались. Загорать не загорай, потому что не хочется на жаре сидеть, а так просто накупались. Вот. И все мы этот самый улучшаем, чтобы вода не загрязнялась. Ну, поменьше, чтобы загрязнялась. Видите, как здорово двигатель работает. Я хотела выключить, на самом деле, его он уже долго работает. У нас вот здесь вот, видите, вот так вот сделана розеточка укрытая от дождя. Подвал просыхает. После зимы, там зимой была вода. Сейчас на солнышке держим, просыхаем. Просыхает. У меня зацвела вербена. Вот такая вот красненькая. Курочки как дышат, бедные. Вот здесь вот тоже уже отцветает, наверное. Нет, еще по новой зацвела. И здесь вот такая фиолетовая. А здесь простая петунька. Так понатыкала, что было. Ничего не покупала нынче, никаких цветов. Я говорю, только петунечки покупала, которые там подешевле были. Курешки мои, посмотрите, как они дышат. Видите, как тяжело. Это вот в жару. Они здесь в тенечке, хорошо у них вот тут вот все закрыто. Да, девочки мои, куколки. Обычно я им еще здесь даже поливаю. Хотя там полива. А цыплятам, наверное, всех лучше. Не прохладненько. Они туда уйдут и
сидят там и сюда гулять приходят. Так, ладно, особо вас не буду по курятнику водить. Единственное, я схожу, посмотрю, яйца нанесли, нет. Петька, что, девчонок, не мучай хоть жару, ладно? Погляну, я утром два яичка только забирала, и все. Что-то пустовато. Тут немножко есть. Вот, ящики есть. Они сейчас очень мало нести стали, потому что жарко. А, ну вот здесь вот есть штук 5-6. Сейчас я ведерко возьму. Эту корзиночку вот в эту собираю. Ну, немножко несут эту, ладно. Вчера было 12, позавчера 14. Сегодня, наверное, будет меньше гораздо. Потому что очень жарко. Они в жару, конечно же. А, вот еще два. Что-то я не заглянула сюда-то. Так, ну там точно все собрала. Никуда не зарыли. Бывает, что и зарывают. Кулемушны мои. Не, нету. Соломки им понасыпала побольше свеженьких. Гнезда. В общем, 2, 4, 6, 8, 9 штучек. А может, еще и вечером снесу сейчас. Время еще. 4 час только. Бывает, что и вечером кто-то просыпается. Да, девчонки? Ах, вы мои кулемы. Сейчас я вам побрызгаю, сейчас будет полегче. Дайте я пройду, включу шланг и побрызгаю. Отходите, я вам сейчас буду брызгать. Чтобы полегче вам было. Давайте, отходите. Беги, быстрее беги. Вот. Как придете купаться в лету тут? Посуду вам помою заодно. Водички налью. Так я поливаю. Они приходят потом в этой влажной дневке сидят. Но цыплятам я не поливаю. Быстро все это высохнет маслом. Вот и вернулись, да? Красотки. Вернулись уже. Все, сейчас нам полегче будет. Ну что, девчули? Вот, все вернулись. Сейчас будет полегче вам сразу же. Жары такой не будет, пекла. А цыпленочек сидит там. Смотрите, петух свое дело делает, ему вообще пофиг. В ямку такой раз посадил ее. Ой, чист. Петуха надо уже убирать, все, скоро свои петушки подрастут. Куда я их девать буду? Да, не хотят на жаре. Завтра вроде дождь стоит, послезавтра посмотрим. Что там, кто-то снесся, что ли? Кудахчет. Ладно, пойду отнесу яйца. Тоже сегодня накупались, сразу так хорошо устала. Все равно надо, вот нет-нет, да отдыхать обязательно. А я все всем дам, накормлю, напою, всех своих накормлю. И идем отдыхаем. Хотя бы часок в бассейне поплюхаемся. Тело такое прям освежающее становится. Жары нету. Какой настол. Видите, теперь хоть свадьбу гуляй. Это со старого стола тут сколотила лежа. Сели, поужинали. Вернее, пообедали. Шашлычками просто с морсиком. И все отдыхать ушли. Бытька самая хитрая. Пришла сюда в холодную прохладную комнату и отдыхает. А котики где-то все на улице.
кошечки.